Как готовить себя к сексу? Вы знаете, мы с вами взрослые люди, и мы должны понимать, что когда мы идем на свидание, мы себя готовим, да, то есть мы готовимся к этому свиданию, мы приводим себя в порядок, мы наводим там марафет, мы заботимся о своем состоянии, о своих эмоциях, о своем настроении, о том, как мы будем выглядеть, что мы будем говорить, то есть мы осознанно готовимся к этому периоду. А когда мы находимся в отношениях, мы забываем про это состояние, мы забываем о том, что нам нужно готовиться, мы забываем о том, что нам нужно вообще что-то с собой делать. И мы отпускаем эту ситуацию на самотек, мы ведем себя, по сути, как маленькие, не взрослые люди, а маленькие дети, типа, а будет как будет, а случится как случится. А еще хуже, когда мы переносим ответственность на другого человека и потом говорим: вот вначале наша сексуальная жизнь была интересна, а сейчас это что-то какое-то не так. Наша сексуальная жизнь, у каждого есть 50%, свои 50%, и мы ответственны за них. То есть каждый человек должен понимать, что перед сексуальным опытом нужно готовиться. Неважно, сколько вы находитесь в отношениях. И это особенно важно, если вы в длительных отношениях, потому что чем дольше мы в отношениях, тем больше у нас должно быть осознанности и ответственности за эту близость. Поэтому мы должны осознанно готовить. Какие инструменты можно использовать для того, чтобы наша сексуальная близость была вкусная, интересная, насыщенная? Первое. Мы должны понимать, что мы в течение дня эмоционально реагируем постоянно на нашу жизнь. В нашей жизни огромное количество триггеров. Другие люди нас триггерят на какие-то эмоции, воспоминания, состояния. Происходят какие-то ситуации, нас жизнь постоянно триггерит, нам жизнь добавляет стресса, постоянно возникают какие-то разные ситуации, которые как-то влияют на наше состояние. И перед сексуальным опытом, перед сексуальной близостью мы должны это все с себя сбросить. И есть несколько практик, которые нам помогают очистить себя, перезагрузить себя, чтобы в сексуальный опыт пойти чистой, обновленной, а лучше в состоянии плюс. Что можно сделать? После дня мы должны понимать, что прежде чем мы придем в наше пространство, где у нас намечается наша сексуальная близость, мы создаем несколько, то есть мы готовим для себя сами заранее несколько ритуалов, мы их можем нарабатывать в течение жизни, которые нам помогают прийти туда, в таком состоянии, то есть если говорить про женщину, то игривой, если говорить про мужчину, то тоже выбросить из головы сегодняшний день, свою работу, проблемы, там, не знаю, начальников или подчиненных, выбросить из этой головы все. Голова должна быть свободная, расслабленная, пустая. Мужчина может себя тоже перезагружать. Например, одна из хороших практик – это душ. Причем душ вместе с головой. То есть мы делаем душ, можно сделать также контрастный душ. То есть мы делаем душ и находимся, то есть подходим под душ, вот полностью закрываем глаза и чувствуем, то есть чтобы вода лилась нам на темечко, оно очень полезно, потому что вот своего рода делается такой легкий массаж, вода попадает сюда, то есть не сюда вода, там не на спину, а именно вот стать так, чтобы вода шла на темечко. Встаем под душ, вода полностью течет, мы закрываем глаза, и мы несколько минут находимся в таком состоянии, мы чувствуем, как будто, можно представить, сделать еще такую практику, как будто вы наполнены каким-то там серым, черным состоянием, то есть ваш стресс, эмоция, там все, что у вас в течение дня происходило, имеет какой-то цвет. Обычно это серый, черный, коричневый, какие-то такие темные оттенки. И что вот ваше тело как будто этим всем наполнено. И вы представляете, как этот душ проникает через темечко внутрь вас, и как будто вот так вот смывает, смывает, опустошает, причем наполняет вас чистой
водой смывает и вот так вот полностью, и вот через ноги уходит это состояние, утекает в канализацию, вот через вас это все проходит, проходит. Если надо, вот помедитируйте, представьте эту практику несколько раз, что она очищает, очищает ваше тело. И с каждым вот этими потоками, с каждым этим состоянием вы становитесь более чистая, более наполненная вот этой чистой водой, вот этим состоянием таким. И эта практика вас переводит с любого отрицательного состояния в состояние ноль. Также можно еще сделать такую практику. То есть мы, например, зажигаем свечу, огонь, ставим перед собой свечу. Если нет возможности зажечь свечу, мы включаем видео с костра на телефоне, на ноутбуке, на компьютере, на телевизоре, где угодно, что есть под руками. Мы включаем видео огня. Можно добавить его еще со звуками музыки, там еще что-то. То есть есть типа звуки огня, там, причем чтобы именно горел костер. И мы делаем такую практику. Лучше, чтобы это был огонь. Если у вас есть возможность, там, не знаю, посидеть возле костра, это вообще просто левел уровень. Но так как мы живем, многие, кто из нас живет в городе, там, и не всегда это есть возможность. Мы становимся, делаем это стоя, делаем вот так вот руками, вместе с руками глубокий вдох. Чуть-чуть направлю ниже, чтобы вам было видно. Делаем глубокий вдох, вот поднимаем руки так, делаем руками вот так вот, то есть это все держим, то есть вдох держим, держим, опускаем руки вот где-то примерно на уровне груди, вот так вот, и делаем такой осознанный выдох вот через рот, и руками вот так вот, и как будто это все выдыхаем в огонь, и делаем несколько раз вот эту практику. То есть, чем глубже вы вдыхаете, можно делать это со звуком. То есть, там, не знаю, если есть какая-то эмоция, типа, ху, там еще что-то. То есть, подключайте. Просто у меня сейчас нет напряжения, поэтому прям демонстрировать, как это может быть. То есть, мы очищаем все вот это состояние. Мы делаем несколько вот таких выдохов на огонь, который стоит перед вами, на видео огня, то есть, неважно. И очищаемся. Это еще одна практика вам в копилочку, которая переведет вас с любого состояния в состояние ноль. Можно использовать еще такую практику. Я уже рассказывала про это в своем видео. То есть мы стоим, наклоняемся. Вот есть такая там и поза йоги. И вот мы наклоняемся вниз полностью. То есть примерно, да, вот мы стоим, и в районе спины мы просто сгибаемся и вот опускаемся вниз. Делаем такие мягкие колени, чтобы не было напряжения в ногах, не натяжения в ногах. И спина могла максимально провиснуть, максимально расслабиться. И вот в таком состоянии голова вниз, руки вниз, плечи тоже вниз. То есть голову расслабляем, чтобы ушло все напряжение шеи. И делаем 10 таких глубоких вдохов, выдохов в таком состоянии. То есть представляя, как будто... Вот мы, получается, стоим вот так вот примерно, да, там согнутый. Вот здесь вверху идет крестец, ну, к примеру, вот, не знаю, да, там руки, ноги, тут голова висит, да, вот крестец вверху. И вот как будто с крестца вот так вот стекает энергия в ноги, стекает вот так вот с головы. Вы можете представить, сделать, подключить еще визуализацию, что вы стоите ногами на земле, голыми ногами вы стоите на земле, и вы представляете, как вот эта вся энергия вот так вот стекает в землю, уходит, и с каждым вдохом, выдохом вы делаете вдох, вы наполняетесь чистым воздухом, можно представлять его там, не знаю, голубым цветом, белым цветом, и на выдохе уходит все напряжение, все эмоции в течение дня в землю, это уходит. И это еще одна практика, я думаю, пока будет достаточно, которая переведет вас в состояние ноль. Но нам надо для того, чтобы подготовить себя к сексуальной близости, нам надо состояние плюс. То есть этими практиками мы себя обнулили, а дальше нам надо перевести себя в состояние плюс. Эти три практики подходят и мужчинам, и женщинам. Они универсальные, не привязаны к полу. А вот состояние плюс, тут можно
По-разному. Для мужчин очень хорошо себя привести в состояние плюс через какую-то визуализацию, то есть подключить глаза. Это будет самый быстрый. То есть посмотреть на, открыть, не знаю, канал, где там показывают классные машины, которые вам нравятся, вас возбуждают. Может быть, посмотреть видео с какими-то там гонками. Может быть, посмотреть каталог машин. Может, открыть какой-то сайт, где продаются машины. Или открыть там ваш любимый бренд машины, посмотреть, что новенького вышло. То есть у вас очень быстро вас переводит в состояние плюс именно через мозг. То есть мозг и визуальный канал. То есть вам нужно посмотреть, по сути, глазами на то, что вам доставляет удовольствие. Может быть, это часы, о которых вы мечтаете, вот посмотрите на них. Может быть, это, я же говорю, машины, там, прослушать там звук мотора, еще что-то. Может быть, это какой-то вид спорта, там, понаблюдать. То есть пусть это будет небольшое видео, это не надо так, что там, не знаю, на 2 часа теперь вы что-то залипли и вообще забыли, что, к чему вы вообще себя готовите. Но обязательно себя переведите вот в такое какое-то состояние, чем-то впечатлитесь, как-то эмоционально себя пробудите. То есть пусть у вас появится энергия интереса, удовольствия, какое-то вот зажигание такое внутри, типа, блин, какая классная тачка вышла, блин, какой у нее звук, то есть вот пусть включится вот такое состояние. А для женщин можно тоже использовать практику визуализации. Здесь мы можем использовать наши визуальные каналы, то есть что нам дарит вот такое быстрое состояние удовольствия. Может быть, это кошечки, собачки, это очень хорошо включает окситоцин, такую мимимишность. Ой, блин, такая она хорошенькая, классненькая. Может быть, это классное там украшение, какая-то бижутерия. Может быть, это тоже часы, а может быть, это какая-то там коллекция сумок, обуви, платья. Может быть, это тоже машины какие-то дорогие там. Вы должны знать о себе, что если вам нужно себя визуально очень быстро перевести в ресурс, что вам подарит вот это вот состояние класс, блин, какой обалденный браслет, или какое классное кольцо, или, блин, у этой машины такой обалденный руль, и такое классное кожаное сиденье. Вот прям то, что вам дарит наслаждение. Это через визуальный канал. Но еще круче, если вы себя включите через кинестетику. То есть после состояния обнуления вы сделаете себе, например, массаж. Это можно сделать массаж руками, вот погладить себя. Причем в этот момент вот прям тотально находиться в состоянии вот там, где ваша рука соприкасается с кожей, но концентрироваться не на ощущениях рук. Ну что, смотрите, мы когда что-то трогаем, мы можем концентрироваться на ощущениях рук. То есть вот я, например, трогаю этой рукой эту руку, я вот сейчас чувствую именно пушечки пальцев, то есть они у меня это состояние, это состояние, оно у меня первично. То есть я в первую очередь концентрируюсь на ощущениях в пушечках пальцев. А важно, чтобы доминирующее ощущение было на коже. То есть я себя трогаю, и я как будто первично ощущаю кожу. Вот там, где я провожу пальцами, я ощущаю именно руку. Вот. И вот это состояние нам нужно вот прямо аж до мурашек себя расслабить, включить состояние, эмоции, ощущения, именно кожу, кинестетику. Мы можем взять какие-то разные массажеры, мы можем взять масло, добавить себе какой-то или кремчик, который очень вкусно пахнет, еще добавить вкусовые какие-то ощущения. Также мы можем использовать свои любимые духи, вот взять после состояния обнуления, понюхать какой-то. Мы можем заготовить для себя любимое, там, не знаю, коллекцию аромамасел, которые вот там взять даже немножечко, или запалить какую-то там палочку, или сделать себе лампу, еще что-то, которое даст вам вот это состояние наслаждения, кайфа. То есть мы наполняемся этим, мы включаем. То есть это все триггеры, которые пробуждают в нас состояние удовольствия. Мы можем использовать инструменты, которые я уже говорила, например, подключать какие-то бусы, то есть сделать себе массаж
или контактировать, пробуждать состояние с помощью каких-то бус, которые могут быть из камней, холодные, там мы можем греть, использовать там кисточки, перышки, вообще, то есть включайте любую фантазию, кожу, пушочек там, в принципе, что угодно. Наша задача — использовать любой триггер. Можно включать музыку, вашу любимую музыку, триггерную музыку, от которой вас просто прет, штырит. Мы можем пробуждать себя через танец, я не знаю, включить какую-то музыку, которая вас очень сильно сразу, то есть ваше тело как будто танцует само, и начать вот движение. Мы можем просто осознанно даже подвигать тазом, бедрами, потому что именно когда мы начинаем двигать крестец, у нас пробуждается жизнь внутри нас, у нас включается сексуальная энергия, мы пробуждаем свой центр. Также есть очень классная практика, это мы берем кулачок вот так вот, и мы можем разогреть крестец, но через одежду. Очень вас прошу, через одежду, мягко, осознанно, потому что есть такие у меня клиентки, которые слушали мое такое задание и начинали натирать крестец чуть ли не до раздражения на коже, или когда снимали кожу, чуть ли не до ран. Такие прям отличницы. Поэтому через одежду, то есть через какую-то футболочку, там, не знаю, пижамку, еще что-то, мы мягенько разогреваем крестец до ощущения тепла. Разогреваем до того состояния, чтобы у нас появилось прям тепло в животе, вот так вот, тепло, тепло, комфортно. Если тепло не появляется, посмотрите, у меня есть видео, как разблокировать таз. В ближайшее время еще запишу несколько для вас видео с такими телесными упражнениями для разблокировки. И в вашей копилочке появится больше каких-то там практик и арсенала. Я сегодня поделилась, я думаю, таким достаточно приличным арсеналом, что вы можете использовать, как вы можете готовить себя к сексуальной близости. Это нужно делать каждый раз. Вы знаете, настоящая жрица, настоящая куртизанка, гейша, она была вкусная, интересная, потому что она каждый раз осознанно готовила себя к сексуальной близости. Поэтому все мужчины, которые приходили к ней, они были просто в восхищении, они были просто без ума от нее, потому что она была всегда в состоянии плюс, она всегда себя эмоционально переводила. И у нее тоже были жизненные проблемы, у нее тоже были жизненные задачи, но она готовила себя, и она осознанно приходила и с ответственностью к этой близости. И каждый мужчина получал огромное удовольствие. Пусть ваш мужчина, и для мужчин тоже это очень важно, пусть ваша женщина в вашей сексуальной близости будет только кайфовать. То есть пусть ваша близость будет вкусной, а вкус вы добавите сами, принесите туда разные специи, разные состояния, разные эмоции, чтобы вам хотелось быть с друг другом и только с друг другом, потому что вы понимали, так как с ним не будет ни с кем. И пусть это будет осознанная близость. Используйте эти инструменты, пишите в комментариях, также поделитесь, насколько вам полезны эти практики, что вы делали, насколько вам отзываются такие видео, задавайте свои вопросы, также подбрасывайте мне темы для новых видео, я с удовольствием запишу для вас какую-то новую инструкцию или какие-то рекомендации, или какие-то поделюсь еще какими-то прикольными практиками. У меня их сколько, иногда забываю, что сколько всего у меня есть. Поэтому пишите, я буду с удовольствием делиться. Ставьте лайки, пишите благодарности, подписывайтесь на мой канал. И до скорых встреч!